И поехали на топчик. Бля, я еще и полетел неудачно. Неудачно, блин, неудачно. О, случилось. Здрасте всем. Посмотри на этот пиздец. Господа, знаешь, он просто какую-то дичь творит. Это просто жесть, а не машина. Вышибала, как вы и просили. Как вы и заказывали, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Эй. Я снова со сцепой. Я сегодня с правильным геймпадом. И это хорошо. О. Челик есть? Больше ничего нет. Челик едет по моим стопам. Челик, ты мне как бы и нахер не нужен. А нет, мы поворачиваем. А я возьму трактора. Догоню тебя и чпокну. Как я придумал, пацаны. И пойду на третий уровень. А? По-моему, это гениальный план. Здрасте. Он такой, смотри, тот трактор, которого он не взял, поехал. Понеслась. Или мне кажется, или это прямо... Не, не прямо. Совсем не прямо. Что-то надо повернуть тут. Давай, трактор, Вася, давай. Альберт, спасибо за подписку, бро. Странный мини-купер. Лети, трактор мой. Ебо. Points. И на колеса. Идеально. А вот и тачка третьего уровня. Субарь. На ровном месте. Вот так вот и выживаем, господа. Что ж вы хотели? Он был розовый, что-то пошло. Ишь ты, какой троллинг. А у меня игра такая говорит, типа, там проблемы с синхронизацией, что-то, блин, то все. Думаю, че, какие проблемы? Я уже не забыл то, что ты тут был. Здрасте. Где тут? Валенки, валенки. Все. Пока, парень. Счастливого тебе там внизу. Вскарабкивание. А я поехал. Дай мне шанс говорить. Дай мне шанс. Дай мне шанс еще. Мне ж... Слушай, он на жалость давит. Я поеду по дороге. Вот тебе и шанс. Сектор шанс на барабане. О, там есть челик. Я выключил кузь. Они меня сразу замаячили, я обратил внимание, выбрал Субару или Лансер. Давай Лансер. Йо, братиш, поехали гоняться. А что это было? Подожди, что Субарь? Я хотел Лансера. Вот ты ебко, Субарь. Мы тут таргет теряем.
Поворачивать, нет? Назад сдает, да? Счастливо оставаться. Ты там по лесам покатайся, а я поехал, братан. Не обманывай меня, никаких райд. Ты меня снова обманываешь. Блять, тут же деревья. Слушайте, закройте кто-нибудь рот. Hello, всем hello. Ты с нескольких аккаунтов, шо? Да не, это Кузя заходил под моим аком. Порше, 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 Порше. Конечно, Порше, трофейный причем. Так, ты там приехал, да, бро? Да, бро. И зло. 10-й Авентадор, понимаю. Ты мой маленький, ты машинку нашел. Сейчас он с маленького в большого превратится, вот забава бы. Уберите этот значок, а то пробитие будет. Вот. А пробитие — это не наш формат в данной ситуации. Кстати, деревья. Тачка так себе на самом деле получается по уровням. Это что мы берем? Только 6-й левел? Говно. А можно мне аш-технику? А то как нихера не весело. О, там пацаны говорят. О, в принципе, в поле это тоже можно рассматривать как аш-технику. Поэтому поехали. Еще и с ветерком. С открытым верхом, ребят. Главное только сейчас все деревья... этих местностей не разгрести, и все будет. Подожди, это не на топ, на полутоп. Рыгалья. Оп, меня наеб хочет, падла. Блять, нет, друг мой, нет. И в деревья, конечно же. Ну, конечно же. Действительно. Почему бы и нет, да, друг мой? В принципе, я тут вижу отверстие такое легенькое. Молодец! Спасибо тебе за Ламборгини 10 уровня. Я тебе передам привет, когда заберу топ. Может быть. Лошатыми кантаре. Парам-парам-пам-пам-пам. Ходи сюда, Авентадорчик. И поехали на топчик. Щегол. Нашел на кого, блин, агриться. Так, ну, в принципе, тачка как бы так себе, но жить можно, да? Не рыгали, а как минимум, поэтому нормуль. Ну, такое. Там поинтереснее был местяк. Бля, Ламборгини, пока топ. Сука, именно в поле. Ну надо же было тебе, Арина, так потроллить меня. Какая боль. Какая боль. Ламборгини и поле. 5-0, блядь. Turn right.
Turn sharp left. At the roundabout, take the third exit. Ага. Ага. Лучше прыгали я была бы. Ага, блять. Ну шо, пацаны, в общем-то в моем духе. Ворвался, всех вот так вот. Всем пока, всем спасибо, все свободны. Выкидайло в деле, да. 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 Теперь можно лайки. Хорошая каточка получилась, слушайте. Боевая такая. А, стрим-снайпер. Стрим-снипер. На перехват Сончика идешь, да, собака ты такая? Я тебя раскусил, друг мой. Смотри, я опасный. Я злой и кусаюсь. Форза. Xbox Series S, не знаю, честно. Ну, я думаю, что за свои бабки, когда он будет стоить реально $300, он будет не норм, он будет офигенный. Потому что, в принципе, то же самое, но попроще графон. Там не только разрешение, там графон отличается все-таки. Вот. Но в целом, опять же, тот же Game Pass за вменяемые деньги для Full HD телека огонь, пацаны. Я даже его посматриваю, не поменять ли мне мой One X на кухне, который на Series S. Как вариант, а где там тот челик-то? Чё-то его потерял. А Киберпанк, вы знаете, говорит, что... Понятное дело, что по качеству это триумф на ПК. Но в целом, я посмотрел на это говно. Ну, наверное, там есть сюжет, атмосфера. Но мне хочется все-таки как-то более лучшего качества, а не смотреть на этот трэш. Угары, садомию, короче, вообще мимо меня прошло. Я его даже не покупал и не планирую. Минимум год. Пока его миллион патчей там не допилят, киберпук брать. Потому что все о нем говорят, я не вижу никакого смысла. Эй, отдайте мне эту машину. Играл Gran Turismo 3? Нет, кстати, это единственная Gran Turismo. Первая и третья. Вот, единственные две части, которые вообще прошли. Ой, блядь, нет! Куда, блядь? Куда? Пацаны, это аж техника. Это писец, ребята. Бля, я еще и полетел неудачно. Неудачно, блин, неудачно все. Это все. Ой. Ну, тут без вариантов против такой машины, вы шо? Играл Литленик Марис. Как насчет Литленик Марис 2? Будешь проходить для себя? Кого? Я даже не знаю, что это, бро. Если бы я не забрал эти два дерева, чисто в теории, возможно, мне бы повезло, но так уж как есть. Да уж. Шо, блин, сейчас еще дерево будет? А я куда еду, собственно говоря? Он что, блядь, сливается? Он что, поц? Базарчика-то нема, пацаны. Базарчика-то нема никакого. Иди сюда, родненький. Зловепырь. Ну поехали на охоту теперь. Ты шо так гнать? Я не знаю, кто этот человек. Но спасибо ему, в общем-то. А вот это он, да, видимо, тут был. Припарковался парень. Так, чё Арина там, куда? Минут 49. Сейчас такое пробитие будет сочное, смотри. Было близко. Поехали проверим, прощупаем, так сказать, почву. А кто у нас тут?
Здрасте, я ваша тетя. Кайфы, кайфы, кайфы. Еще раз кайфы. Чуть не облажался. Так, она широковатая, аж техника. В лесу на ней так себе. Че я попёрся-то в лес тогда, если в лесу так себе? Да о чем я говорю, блин. В лесу на ней, конечно, не фонтан. Стрим-снайпер? Я не думаю, что это был стрим-снайпер. Себе оставьте вашу гаярду. Мне оставьте ач-технику. Мне больше ничего не надо. Людишек только надо и желательно поменьше леса, но у нас зона как раз в лес, кстати. По грибы, так сказать. А где все? Этот-то по дороге может и объехать. Дружочек, пирожочек. Кому ты свою жопку подставлять-то будешь? Давай, до свидания. Прыгай на своей шкарлупке. И дальше. Так, здесь где-то камни были, насколько я помню. Тут даже и... Я твой СМП шатал. СПМ, простите. А вы себе представляете, на гаярда бы я тут сейчас прыгал? Не ащ было бы, поверьте. Ой. Добрый день. Пацаны, я вас рассужу. Погодите. Стой. Два щегла. Ты далеко там собрался, родненький? Ты туда не ходи, ты сюда ходи, друг мой. Давай, по коням, ёпки. Самую лучшую жертву нашел. Так, ну шо, зарандомим? Ой, неудачненько вышло. Ты нас в это же место посылаешь, да? Что, не пора бы там, кстати? Не, не пора еще.
мы еще поразвлекаемся. Это было ошибочно. Или вполне себе окей. Руники, ты меня не пугай. Это самое, что по качеству это к Ютубу. Так, план действий продумываем. Парам-пам-пам! Угу. О-о-о-о! Хватит ли мне машины здесь? Вопрос. Думаю, что хватит. Медленно, но уверенно рвемся к победе. Вот что такое H-техника. В правильных руках, правда. Ой, не успел. Женя, привет. Помоги, пожалуйста. Привет, бро. Не могу зайти в вышибалу. Зависает на надпись. Две катки, два топа. Всем хорошего настроения, всем до скорой встречи. И завтра, наверное, Ирку постримим. Так что, давайте, всем пока, ребят.